И сейчас выпуск продолжит хроника происшествий. Розыск двух пропавших жителей Братска идет на Усть-Илимском водохранилище. Есть опасения, что люди утонули. Лодка, в которой плыли двое мужчин и жена одного из них, опрокинулась. Все произошло на расстоянии приблизительно в полукилометре от берега. Женщине удалось доплыть до острова, ее забрал оттуда местный рыбак. Она и сообщила о случившемся в полицию. Мужчины 33 и 35 лет пока не найдены. Известно, что компания отдыхала на водохранилище. По одной из версий, между мужчинами возник конфликт. Возможно, выясняя отношения, они раскачали лодку, из-за чего она и опрокинулась. Сейчас на месте происшествия работают водолазы.